В эфире телекомпании «Город» программа «Время говорить». Здравствуйте! Как говорится, среда пришла, неделя прошла. Ну а эта рабочая неделя короче на целый один день. Приятно, и с этим нельзя не согласиться. О самых интересных новостях, которые произошли сегодня в Рязани, расскажут наши журналисты. Коротко о самых важных событиях. Губернатор Олег Ковалев побывал на открытии гостиницы в селе Поляны. Карантин по бешенству, лесные обитатели зачастили в город. Рязанские пенсионеры недовольны направлением общественного транспорта. Ну а теперь обо всем подробнее. В селе Поляна состоялось открытие гостиницы на базе развлекательного комплекса в некотором царстве. Развитие внутреннего туристического бизнеса в регионе сейчас является важным направлением в работе областного руководства. Ну а этот проект был реализован в рамках развития туристического кластера «Рязанский». На церемонии открытия побывал Глеб Галушкин. Так называемый туристический кластер «Рязанский», который располагается неподалеку от села Поляны, получил такое бурное развитие благодаря федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма. По этой госпрограмме построен акваклуб, биатлонная трасса и знакомый уже многим рязанцам развлекательный комплекс в некотором царстве. Побывали на открытии очередного объекта гостиницы на 80 человек глава Ростуризма Олег Сафонов и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Глава нашего региона отметил, что сейчас туристическая отрасль развивается весьма активно. Мы хотим, чтобы туристы приезжали в наш край, чувствовали себя комфортно, не испытывали никаких моральных проблем и психологических проблем, связанных с обслуживанием их, чтобы сервис был на высоком уровне. И для этого сейчас очень большое идет развитие, строятся гостиницы новые, и это для нас очень важно. Я благодарен, в общем-то, что государство повернулось лицом к бизнесу, к таким объектам, которые строятся, к туризму. Это огромное дело, и вот эти несколько лет, которые развиваются, вижу, какие идут движения. То есть оно не на процент умножается, а в разы, каждый год. Поэтому большое спасибо нашим руководителям, которые здесь представляют государство, Олегу Ивановичу, Олегу Петровичу. И мое пожелание так держать. При этом, что немаловажно, объекты туристической отрасли в Рязанской области возводятся на принципах частно-государственного партнерства. Благодаря такому сотрудничеству ежегодно наш регион посещают почти 300 тысяч гостей-туристов. И когда мы говорим о Рязани, ну, я уже этот момент упомянул, выгодное географическое положение, рядом находится огромная московская агломерация. Конечно же, задача стоит в том, чтобы создавать вот такого качества, вот такого уровня туристическое предложение, туристический продукт. И следующий момент, конечно же, очень важно, и я рад, что на вот сегодняшнее мероприятие были приглашены и, конечно же, представители средств массовой информации, и представители туроператорского сообщества, потому что должен быть подготовлен туристический продукт, который должен быть предложен нашим туристам, ну и не только нашим туристам, конечно же, иностранным туристам. Ведь когда мы говорим, например, о Есенине, ну, конечно же, поэт мирового уровня, всемирно известный. И это, ну, если хотите, действительно один из величайших наших гениев и брендов нашей страны. Поэтому его нужно продвигать не только внутри страны, но и за рубежом. Я прежде всего сейчас обращаю внимание в развитии туристической отрасли, обращаю внимание на создание комфортных условий. Это не только вот гостиницы, но и логистика, это движение по маршрутам, это места остановок, где, извините, даже туристы могли бы сходить в туалет, попить кофе, просто погулять с тем, чтобы продолжить движение дальше. То есть это маршруты, направленные Рязань, Касиму. Это достаточно протяженный маршрут, и он требует промежуточных остановок и так далее. Заодно посещение, опять же, школы, в которой учился Сергей Есенин. Глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что туристическая отрасль развивается успешно только в тех регионах, где руководители области лично занимаются вопросами финансирования турообъектов, их строительства и дальнейшего продвижения этих проектов. В планах на нынешний год реконструкция музея Сергея Есенина в селе Константиново, а также реставрация Вышинского монастыря, потому что в наш регион прибудут многочисленные паломники со всей России для того, чтобы отметить 200-летие со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. 11 марта в России отмечается профессиональный праздник работников органов наркоконтроля. Деятельность управления направлена на реализацию необходимых мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и на четкую работу в сфере профилактики наркомании.
Годы подтвердили своевременность и актуальность создания специального уполномоченного ведомства, перед которым были поставлены задачи остановить наркоагрессию, коренным образом изменить стратегию борьбы с наркобизнесом и выстроить новую государственную антинаркотическую политику. За последние несколько лет в России было выявлено более 400 тысяч преступлений, пресечена деятельность около 3 тысяч преступных групп и сообществ, ликвидированы десятки тысяч наркопритонов, проведены сотни международных полицейских операций. Более 200 тонн наркотических средств и психотропных веществ, в том числе тонны героина, марихуаны и гашиша, почти 3 миллиарда условных средних разовых доз синтетических наркотиков не дошли до потребителей. К уголовной ответственности привлечены свыше 120 тысяч организаторов наркоторговли. Заметилась тенденция к снижению уровня наркотизации населения, в первую очередь среди молодежи. И сегодня в свой профессиональный праздник все работники органов наркоконтроля заслуженно получают поздравления. Что ж, мы присоединяемся к поздравлениям сотрудников органов наркоконтроля. Хочется пожелать им успехов в их нелегкой работе. К другим новостям. Жители Рязани обратили внимание на странную тенденцию. В город начали захаживать лесные обитатели. Рыжие героини отечественных сказок вышли из своих убежищ далеко не со сказочными намерениями. Да и еды в лесу с нынешней-то погодой им вполне достаточно. Тут, как говорится, к гадалке не ходи. Дикие животные выходят к людям в том случае, если они нездоровы. Подробнее в материале Алены Куколевой. В 2014 году на территории Рязанской области резко возросло число животных, заболевших бешенством. Летальность при заболеваемости бешенством составляет 100%, и единственным средством защиты от него является своевременная вакцинация. Бешенство – это заболевание, которое является общим как для животных, так и человека. Вот. Бешенство болеют как дикие животные, так и домашние животные. И по итогам 2014 года количество случаев заболеваний животных бешенством увеличилось почти в 3 раза. Вот. Было зарегистрировано более 60 случаев. И эта тенденция, она сохраняется и в текущем году. Сейчас вот за истекший период 21 случай бешенства зарегистрирован среди животных. Колоссальное число людей страдает от укусов, нанесенных животными. Это где-то порядка 3000, больше или меньше, вот каждый год. За прошлый год было около 3000, допустим, случаев людей, обратившихся в медицинское учреждение по поводу бешенства. Были годы, когда и около 3,5 случаев было зарегистрировано. Ежегодно около 5% из числа пострадавших людей отказываются от проведения необходимых мероприятий лечебных, то есть от проведения прививок, то есть тем самым подвергая себя риску заболеть бешенством. Бешенство – это болезнь, вызываемая вирусом. Инфицируются домашние и дикие животные, затем инфекция передается людям в результате укусов или царапин. Бешенство встречается на всех континентах, кроме Антарктики, но более 95% случаев смерти происходит в Азии и Африке. Безопасность детей на дороге – дело первостепенной важности. Сотрудники госавтоинспекции организовали занятия для учащихся школы номер 72. Тема урока – влияние погодных условий на состояние проезжей части. Подробнее в сюжете. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Таким социальным роликом начался сегодня урок в одной из школ Рязани. Урок физики. Казалось бы, где связь между ГИБДД и физикой? В настоящий момент проходит всероссийская кампания по безопасности дорожного движения «Прогноз безопасности». Рязанская область также включилась в эту кампанию, и мы проводим занятия как с детьми в школах, в детских садах с маленькими участниками дорожного движения, в вузах, колледжах, а также в автошколах. Ну, не секрет, что погодные условия очень сильно влияют на безопасность дорожного движения, но, к сожалению, не всегда пешеходы об этом задумываются. Поэтому научить детей правильно ориентироваться в дорожной обстановке – это основная цель нашего урока. Так, сегодня в 72-й общеобразовательной школе прошел открытый урок. Тема урока – влияние природных условий на дорожное покрытие. Рассказали теорию, провели опыты, решали задачу. Получили ответ. Тормозной путь, конечно же, разный. Когда идет дождь, когда погода сухая, когда утром заморозки и асфальт скользкий. Школьникам пришлось сложнее всех. Надо рассчитать коэффициент трения шин об асфальт.
Был очень интересный урок, мы узнали много о ДТП происходящих, которые были у нас в Рязани, и как этого избежать, и правила безопасности для пешеходов. На этом уроке я узнала, что могут быть разные погодные условия, и от этого будет зависеть скольжение и торможение водителя. Вывод урока бесценен. Водитель может не успеть прикинуть в голове все расчеты, резко затормозив гололед перед зеброй. И лучше наблюдать за этим, стоя на бордюре, как зритель, чем стать участником совокупных случайностей. Мокрый асфальт, водитель не успел затормозить, ребенок вступил на переход раньше времени. В нашу редакцию обратились жители улицы Большая. По их словам, чтобы добраться, например, до поликлиники, а особенно остро этот вопрос стоит у пенсионеров и мам, перевозящих детей в колясках, им приходится потратить час драгоценного времени. Общественный транспорт внутри района ходит очень неудобным для его жителей маршрутом. Подробности в материале Глеба Галушкина. Жители домов по улице Большой, что в Дашково-Песочне, по-прежнему страдают от нехватки маршрутов городского общественного транспорта. По их словам, для того, чтобы добраться, например, в поликлинику, больницу, либо посетить рынок на главной улице микрорайона улицы Новоселов, им приходится преодолевать расстояние до этих важных объектов пешком. И, естественно, у людей, особенно старшего возраста, такой путь занимает порой более часа, и это только в одну сторону. А именно вот этот наш район – Тимаково, Касимовское шоссе и Шереметьево. Мы уже здесь очень много у нас пожилых людей живет, а у нас поликлиника далековато, рыночек, там и все прочее, куда нам надо ходить. Но мы туда не можем дойти, никакого транспорта нет, абсолютно. Вот, а дойдешь – это идет час. Вот идем час, так как кто сердечник, кто чего, и идти очень тяжело. Помимо того, что в гору поднимаемся, но это уже ничего не сделаешь. Вот. А транспорт никакого. И мы бы хотели попросить, чтобы нам хоть какой-то или микроавтобус, или чего. Здесь очень много с детьми ходят, в садик отводят. Много пожилых людей. Да, вообще здесь народу много. Видите, сколько построили домов. Вон там 4 дома построили, и тоже ничего. Вот сестра у меня сейчас там далеко. Как они будут тебя тут добираться? Ну, машина, может быть, конечно. А мы-то вот гремычные и мучаем. Из городского общественного транспорта в районе улицы Большой ходит только 20-й рейсовый автобус, который едет в Гуррощу, и 91-я маршрутка, путь которой ведет на Московский. А вот по Дашково-Песочник горожанам приходится ходить пешочком. Проблему, по мнению местных жителей, может решить запуск какого-нибудь внутреннего рейса по второстепенным улицам микрорайона. Все равно далеко идти. Вот даже 20-ка идет до города и 91-я маршрутка, но они останавливаются пятерочки, тоже идти далеко. В нашем возрасте это далеко и тяжко уже. Вот, поэтому любой какой-нибудь, даже одну какую-то маршрутку, мы будем по часам, вот знаем, что она там в 11, мы подойдем к этому времени. Но идти очень тяжело, особенно зимой. Вот если транспорт спускать, то по улице Тимакова, угловой Тимакова и Касимовское шоссе. Вот. Ну, Шереметьево, в основном Тимакова, потому что рынок и поликлиника на Тимакова. А сейчас по Тимакову нет вообще никакого общественного транспорта? Никакого, никакого, абсолютно никакого. Жители многоэтажных домов по улице Большой сейчас собираются написать коллективное обращение к городским властям с просьбой организовать удобный маршрут, который будет пролегать через все необходимые для жизни людей объекты микрорайона. Похоже, что для городских властей настала пора пересмотреть маршрут общественного транспорта, который работает в Дашково-Песочне. На сегодня это все новости. Далее в эфире программа «Подробности». Гостем нашей студии стала председатель Рязанского областного суда Елена Супунова. В должность она вступила относительно недавно, так что в качестве председателя это первое ее большое телевизионное интервью. Речь пойдет о работе судов в нашем регионе. Ну а мы с вами увидимся завтра в то же время на Рязанских кабельных. Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40.